Метро? Ох, это место кишит умершими манекенами. Будь осторожен, Любовь. Погоди-ка, ты видишь? Там кто-то сидит. Кто это был? Этот лифт не работает. Возможно, тебе стоит... раньше я не видела таких барьеров. Надеюсь, ты сможешь его преодолеть. В этом мрачном месте присутствует большое количество щитков с током. Попробуй включить их всех. Да будет свет! Только безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Да будет свет! Да будет свет! Да будет свет! Будет свет!
наблюдать стыдно. Да будет свет! Да будет свет! Только безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Да будет свет! Да будет свет!
что они хотели сделать из тебя кровяной фонтан? Да будет свет!
это будет свет! Собрал все осколки. Теперь иди и активируй все щитки. Это будет свет! Это будет свет. Да будет свет! Теперь отправляйся к лифту, пока новые гости не пришли сюда. Кажется, он до сих пор не работает. В таком случае... Ха, довольно оригинально. Думаю, тебе стоит посмотреть, что там находится. Это место выглядит довольно сюрреалистично. Здесь тебе точно будет весело. Нет.
букашка. Только безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Оф, даже наблюдать стыдно. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Столько безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Только безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование.
уже дерну тебя за ниточки. Оф, даже наблюдать стыдно. Мясо. Тебя слишком перехвалила. Только безжалостной агрессии я еще в жизни не видела. Только радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Thank you.
лицо у меня. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Радовалась победе, а теперь вижу разочарование.
Может, они хотели сделать из тебя кровяной фонтан? Мелкая букашка! Только радовалась победе, а теперь вижу разочарование. Мелкая букашка! Тут нужны механизмы. Тебе нужно найти их, чтобы вернуться обратно.
Тебе нужно остановить этот поиск обора скорее, пока эти сумасброды не разогнали его до скорости света. Все закончится здесь и сейчас. Ну что, подеремся, колдун? Я тебя раздавлю, как букашку. Зачем ты так цепляешься за свою жизнь? Склонись перед своим королем. Твоя судьба уже решена. Склонись перед своим королем. У тебя нет ни единого шанса против меня. Зачем ты так цепляешься за свою жизнь? Я тебя раздавлю, как букашку. Бирс тебе тут не поможет. Твоя судьба уже. Склонись перед своим королем. У тебя нет ни единого шанса против меня.
Ты правда думаешь? Я тебя раздавлю, как букашку. Зачем ты так тебя? Ты правда думаешь, что можешь? Твоя судьба уже предрешена. Убить тебе тут не поможет. Склонись перед своим королем. Зачем ты так цепляешься за свою жизнь? Убив тебе тут не поможет. Твоя судьба уже предрешена. Ты правда думаешь, что мой... Может пробить его еще чем просто? Я тебя раздавлю, как будто. У тебя нет ни единого шанса против меня. Зачем ты так цепляешься за свою жизнь? Ты правда думаешь, что можешь со мной тягаться? Склонись перед своим королем. Твоя судьба. Убить тебе тут не поможет. Я раздавлю, как букашку. У тебя нет ни единого шанса против меня. Убирс тебе тут не поможет. Зачем ты так цепляешься за свою жизнь? Твоя судьба уже решена. Склонись перед своим королем. Правда думаешь, что можешь со мной тягаться?
дело уже предупреждено. У тебя нет ни единого шанса против меня. Склонись перед своим королем. Тот кролик меня предупреждал, что так просто не одолеет. Но не бойся, мы еще с тобой встретимся. Пора сваливать отсюда. Давно не виделись, Дак.
What's up, guys? We're back with the Dark Deception fan game. This one is called Retail Rampage. Without further ado, let's get into it. Easy, normal, or hard? Let's go with normal. Oh, we're in a hallway. Oh, we can't go back. Oh, we get all of our powers. Oh! Oh, shoot. What do we do? Hide? Use a clone trigger. Oh, clone trigger. Oh! It's basically new power. Shoot, we gotta go. Alright. Retail Rampage. Mall entrance. We're going shopping now. That demon makes me want to laugh sometimes, you know? Ooh la la. It's quiet. I'd say it's too quiet, actually. June 2021. Interesting. Chef special. El Antonio's. Forget about it. What are those things? Oh. Some kind of mannequins? They don't seem very human-like, though. I would say they're more deadly-like. Ha ha. Come on. Anyways, now you know what to look out for. Let's go on a shopping spree, love. Just try not to lose your head during the sales. Don't click. That many serves it. Oh! Uh-oh. Oh! Yep, we're dead. We only get one life? I kinda wanna get up on the rooftops. Oh. We went straight towards them. Oh, come on.
There's still 200 shards left. Stick close to the shadows. Red shard. Oh, dead. Can't win. Wish there was like a jump scare. Okay, good, we should be safe now. Saw that one coming. Okay.
Alright, guys. Last shard. Finally figured out how to use that cloning thing. Distraction. This zone is clear. The mannequins are still here though. Find a way out of here. Attention customers. It seems that there is a shoplifter roaming the mall. He needs to be stopped as soon as possible. We're currently sending a surgeon squad that should find the intruder soon. That doesn't sound good. I suggest that you get out of here before. Where did these guys go? This can't mean anything good. We found a secret. Be careful, love. You don't know what's lurking in the darkness. Oh!
you found a secret. Guys, we are going to wait for this. Do this another day. Oh, zone 3. There's no shards. Okay. I guess this is a chase scene. Thank you.
so cold here. I hope you brought a warm jacket with you, love.
find the ring will be easier. Get out of this icy hell. Charging to get on my last nerve, mortal. I've thrown in all the horrors in the world, and you just keep indulging them all. Well, your little game ends now. If this thing won't end, then I will. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. Might come in handy. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick.
What the? This thing is absorbing the wind's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the wind's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the wind's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the wind's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the wind's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. What the? This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick.
thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. This thing is absorbing the ring's power and is using it to make a shield around it. You need to stop it. I think those levers should do the trick. Now that you're done with this, quick, run back to the portal before they get you. Attention all customers. The mortal is now 100% off. Get him while he's still here. Come here! Self-destruct sequence has been initiated.
come here! Thank you.